вами находимся на перекрестке Байдаевское шоссе с улицы Зорге. У нас этот перекресток является аварийным и местом концентрации ДТП. Здесь неоднократно происходили ДТП с пострадавшими. И в чем здесь была причина? Причина в том, что при повороте налево с улицы Зорге на Байдаевское шоссе происходили дорожно-транспортные происшествия. То же самое с Байдаевского шоссе. Поворачивали налево и не предоставляли преимущества при движении основному потоку транспорта. Поэтому это была основная причина дорожно-транспортных происшествий. Что мы предприняли для того, чтобы изменить эту ситуацию? Мы включили этот перекресток в реконструкцию и установку нового светофорного объекта. Теперь этот перекресток будет регулируемым, но помимо основных работ на перекрестке мы также подумали еще о пешеходах, потому что все работы мы стараемся выполнять в комплексе по светофорным объектам. И также будет регулируемый пешеходный переход, расположенный на остановке нового Байдаевка. И тут самые современные материалы и современные контроллеры, которые в последующем можно будет подключить к автоматизированной системе управления для того, чтобы это все регулировать дистанционно. Все это предусмотрено. Помимо этого планируется еще установка пешеходного ограждения, которое является необходимым при установке новых светофорных объектов. Поэтому все объекты выполняем комплексно. Подрядчик в течение месяца все работы здесь завершит. Как мы только введем объект в эксплуатацию, мы обязательно об этом сообщим.